Всем доброго времени суток. Мы с вами продолжаем играть в безумного Макса. И в этой части мы собирались с вами поехать спасать собачку. Поедем, наверное, попробуем спасти нашу собаку. И плюс еще нам надо забрать баги. Так, погнали. Выбрать другой транспорт. Ага. Вот все-таки у нас есть вторая машина, оказывается, в коллекции. Мы можем кататься и на другой машине, но меня вполне пока устраивает это. И еще плюс, ребят, момент. Я тут пока вот перед записью потыкал, и оказалось, что здесь есть еще и быстрое перемещение. Ну да, да. У кого-то там, наверное, начало бомбить. Это, наверное, можно было увидеть сразу. Но я заметил это только сейчас. И поэтому мы, наверное, попробуем впервые воспользоваться именно быстрым перемещением. И что у нас нужно? Так, не понял, а почему мы не можем? Или все, или мы переместились? Нет, мы не переместились, а как им пользоваться, не очень понятно. Так, давайте еще раз попробуем. Так, нам надо вот сюда, и быстрое перемещение нажимаем. И что нам пишут? Переместиться в точку черная утроба. Да. Нам надо переместиться. Вот таким образом мы на самом деле намного быстрее сможем перемещаться по территории. И, наверное, чтобы нам лишнее время на дорогу не тратить. Да? Отлично, у нас метка уже стоит. Погнали. Так мы сможем и побыстрее задания делать, и побыстрее где-то что-то там собирать. Поехали. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Я надеюсь, мощи нашей машины хватит, чтобы разобраться с теми ребятами, которые там рядом кружились. Их достаточно много. Не знаю, как мы это сейчас будем делать, но попробуем. Механик у нас там страдает от того, что у него там... Все повзрывали, все поразломали. Я понимаю, когда живешь, наверное, где-то очень долго, и ты уже привыкаешь как-то к этому месту. Здесь никого нет. Кстати говоря, здесь никого нет. Нам повезло, просто несказанно повезло. Посмотрим, что здесь осталось. Тут такие взрывы были серьезные. А, и песик наш жив. Отлично. Отлично. Привет. Привет, дружище. Так, подождите. Так, я хочу все-таки пробежать. Нет, здесь все остальное закрыто. Я просто вспомнил, что здесь была вода, хотел набрать, но нет. Пес. Красотища. Что-то тут мух, правда, много. Это от нашей собачки. Наверное, мухи уже налетели, хотели его сожрать, но не тут-то было. Пес-то еще живой. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, safe. I'll steer her safe. Отлично, отлично. Вот мы покатаемся на баге еще с вами. А то я все переживал, что у нас ее забрали в свое время и больше как-то про нее, грубо говоря, не вспоминаю. Ой, слушайте, какая быстрая машина-то. Просто красотища. Просто красотища. Я не знаю, насколько она пригодная для того, чтобы, например, на ней врезаться. Пес может обнаружить минные поля, обезвреживая их, вы понижаете уровень угрозы в регионе. О, отлично, отлично. Мы как раз в Джите обещали, что мы будем уменьшать постоянно уровень угрозы, и это нам даст дополнительный бонус. Это здорово. Так, тут разбитые какие-то машины стоят. Пес обнаружил мины. Подойдите в направлении... Пойдите в направлении, в котором он указывает. А какое направление он указывает? Сюда? Ой-ой, стой, не надо ко мне бежать, не надо ко мне бежать. Ой-ой-ой, это, наверное, было больно. Наверное, это было больно. Так, сейчас мы соберем. Что-то нам там должны дать. Лома всего 6. Нам бы набрать побольше лома, немного еще усовершенствовать нашу машину. Но вначале я хочу все-таки испытать, куда же показывает наш пес. Так. Как понять-то, куда он?
И куда он указывает? Как посмотреть, куда он указывает? Куда-то сюда. Гавкает. Ты сейчас спалишь нас сюда, припрется какая-нибудь толпа. Ну, толпой-то мы, я думаю, как-то по одному разберемся. Так, непонятно. Нет, куда-то он смотрит вот в эту сторону. А как если... Я могу как-то выйти его взять там, не знаю, на руки? Может быть, он мне покажет поближе? Нет. Ну, поехали тогда посмотрим. Поехали посмотрим поближе как-то. Куда-то он... Где-то он здесь гавкает. Что такое-то? Ну, где? Где? А как увидеть-то? А, вот, все. Красная метка. Я просто не сразу сообразил, как обычно. Вот где-то тут. Пес нашел мину, чтобы обезвредить ее. Подойдите к ней пешком. Окей. Такая здоровенная. Слушайте, это какая-то противотанковая, наверное. Ей, чтобы обезвредить. А можем ли мы сами как-то их где-то расставлять потом? Так. Одна из трех. Еще где-то мины, что ли, есть? Еще где-то, видимо, мины. Главное, аккуратно идти, чтобы самому на них не напороться. Так. Я что-то то ли я слепой, то ли не вижу я мины. А вот она вдалеке. Просто по карте она была... Или это не она? Такое впечатление, что я по этим минам прям хожу. Но я не вижу больше мин, честно говоря. Ну, где-то они тут должны быть. Где-то они тут должны быть. Я, честно говоря, больше не вижу. Как-то поближе на машине подъехать. Главное не взорваться нафиг на этой мине. Прошло сохранение. Так, пес хорош. Хорош выйдет. Сейчас, давай. Все поближе подъедем. Может, ты мне еще покажешь где-нибудь. Не вижу я просто больше мин. Так, вот это не мина? Нет, это не мина. Но здесь тяжеловато так вот в этом мусоре рассматривать что-то. Ай. Нет, я думал, сейчас на мину наеду, но это тоже не мина. Так, куда-то он туда показывает. Все, еду, куда-то показываешь. Куда? Вот она. Оказывается, просто надо ближе подъезжать, он тогда отмечает их. Три мины здесь должно быть. Так. И еще одну. Еще одну надо найти. Так, сзади где-то. Где-то мы проехали одну сзади мину. Вот это у нас компанейка, да? Жестянщик, собака. Еще там кого-нибудь. Три танкиста и собака. Помните старый фильм? Было бы, наверное, неплохо нам еще двух каких-нибудь людей, которые будут с нами путешествовать, какие-то тоже будут давать бонусы. Было бы, мне кажется, очень-очень здорово. Уровень угрозы понижен. Джита, отлично. Отлично. Джита просто будет счастлив. Третий уже уровень угрозы. Ну, отлично. Так, собака в будку залезла. Нам такую же будку надо организовать на своей машине. Надо попросить у жестянщика, пусть он там что-нибудь подковыряет. Так, здесь водичка и металлолом. Что-то мне только казалось, что мы здесь с вами были. Но, судя по всему, здесь есть еще где-то металлолом. Потому что нам показывает быстрое перемещение. Ох, смотрите, на канатике съезжает. Заблокировали. Палкой-то по своему попал. Отлично. Оружие нам нафиг не надо. Тут уже больше нет никого. Так, нам надо найти металлолом. 150, нам 300, по-моему, надо для таких вот самых маленьких даже усовершенствований. Ну, с каждым разом, я так понимаю, что больше и больше нужно будет этого лома самого. Там впереди я уже вижу что-то. Сейчас, хотя мы здесь были, видимо, они со временем как-то опять здесь появляются. Но это неудивительно, такие места-то, видимо, присматривают. 3 из 3, все, здесь лом весь собрали. Отлично. Погнали дальше.
Было бы неплохо, наверное, и баги вот усовершенствовать как-то. Вот, то есть двери сделать, еще что-то. Так, а водичку? Водичку я не собрал, вот чего. Еще подумал об этом и не собрал. Так, где вода-то здесь? Где-то здесь еще должна быть вода. Вот она. Помню, здесь в прошлый раз мы тоже с вами набирали флягу. Сейчас мы сразу и попьем, наверное. И остатки отсюда заберем. Отлично. Ну, воды у нас предостаточно. Мы так неплохо прокачали, по-моему, эту способность. У нас уже она остается. Это уже не может не радовать. Сразу. У нас Макс англичанин, однозначно. Или Австралия, да, что-то такое. Почему с правой стороны? Что-то здесь ребята валяются. Тоже нам немного лома оставили. Так, здесь если побегать, мне кажется, здесь очень много можно чего найти. Нам, кстати, писали что-то про быстрое перемещение. Может быть, отсюда прям можно сразу и до крепости Джита переместиться. Так, быстрое перемещение туда невозможно, к сожалению. Ну, отлично, ладно, хотя бы в одну сторону мы с вами быстро добрались, а до второй мы уже доедем тогда. Что здесь? Такого, тем более баги, у нас очень быстрая машина, как вы видите. Вот, правда, ее немножко заносит. И ездит она очень быстро по ровной дороге. Вот сейчас я чуть съехал, и уже беда прямо. Не-не-не, с этим бодаться не будем однозначно. У нас сейчас жестяничка нет, если нам разобьют сейчас баги, будет не очень приятно. Просто от него быстро-быстро уедем. И у нас здесь и ускорения нет, ничего здесь нет. Главное сейчас не улететь куда-нибудь на такой скорости. Будет забавно, наверное, сорваться со скалы куда-нибудь. А этот нас так и преследует, смотрите, едет за нами. Но я с ним на этой машине точно не буду бодаться. Отстал от нас, не хочет к крепости подъезжать близко. Фух, неплохо. Даже не думайте. He's a friend. He's not for eating. We need to find a safe place for you to stay, Dinky D, and keep these savages at bay. I'll put something together. Так. Вот мы сейчас сделаем будочку небольшую для песика. А, как раз из баги, да, у нас эта бочка. Отлично. Так, пес и баги. Теперь у вас есть баги, жестяночка и пес. Вы можете без риска для жизни обнаружить пустынные мины и минные поля. Это хорошо. Это хорошо. Задание пустоши выполнено. Я вернул баги и пса в крепость. Джины, думаю, так для них найдется применение. Я тоже надеюсь, что найдется применение. У нас какое-то еще достижение открылось. Я не успел сейчас прочитать, главное. Посмотрел вверх и вниз и... везде, в общем, посмотрел и так и не понял. Подождите, я все-таки вот сейчас хочу. Вот нам показали, как делать будку для пса. И у нас еще там стояло тоже. Да что ты все время орешь-то? Хорош орать. Давайте сбегаем. Вот тут я видел все-таки стол какой-то был. И я уже не помню. Ну, почему-то не дают его строить. Видимо, для этого надо что-то такое набрать еще. Зато я увидел вот здесь еще металлоломчика. Отлично. 2 из 5. Слушайте, а здесь, оказывается, можно насобирать еще металлолом. Да-да-да, это я поднял тут много шума из-за ничего. 4 из 5. Где-то еще один металлолом должен быть. Где-то я, как обычно, его, видимо, пропустил. Или как-то, может быть, здесь куда-то можно залезть или запрыгнуть. Так, как бы нам тут... Никак, да? Мне хотелось просто с той стороны посмотреть. Может быть, там еще где-то есть металлолом. Здесь еще вышка какая-то, видите, будет. Или что это такое, непонятно. Так, требуются детали. Везде требуются детали для всего. А вот
вот по этой, по-моему, лестнице мы еще с вами не спускались ни разу. Может быть, где-то здесь припрятан еще один металлолом. Да, вот, отлично. Все, 5 из 5 нашли. Плюс 20 лома. Это здорово. Это здорово. И теперь нам... Так. Ну, вроде бы здесь все сделали, да? Мы можем взять задание у Джита. Или поехать. Вот у нас еще какая-то точка есть на карте зеленая. Что это такое у нас? Найти нужный кузов. Или поедем за кузовом. Ой, елки-палки, здесь у нас наоткрылось-то сколько всего. Нам еще тут ездить и ездить, кататься и кататься. Или можно выполнять вот эти параллельные задания. Долгое и сложное задание, как-то поговорить с жителем Пусовым, может поделиться с вами ценной информацией. Можно вот куда-то сюда еще съездить, металлолом еще пособирать. Я бы хотел чуть-чуть усовершенствовать еще машину, и потом можно было бы неплохо поговорить с жителем Пусовым, помогите ему выполнить задание. Может быть, сюда попробуем? Быстрое перемещение. Давайте попробуем. Почему бы нет? Так. Выйти обозначение. Выйти меню быстрого перемещения. Ну, что-то я не очень пока разобрался, как этим быстрым перемещением. Вроде как можно, да, установить и метку. И вот быстрое перемещение, выйти из меню быстрого перемещения, и ничего не получается, да, не перемещается. Как-то, может быть, как-то еще чего-то надо нажать, обозначение, назад, масштаб, не происходит ничего, в общем, к сожалению. А, вот сюда можно только, да. Ну, давайте туда переместимся, оттуда все-таки ближе ехать, а потом там метку поставим. В общем, можно будет до воздушных шаров путешествовать, а от них уже перемещаться. Понятно. Понятно. Я думал, в любую метку, где мы уже с вами были, сейчас сюда поставим, попробуем сгонять. Там тоже металлолом вроде как. И потом уже будем думать, чем бы нам еще заняться. С кем-то тут надо будет тоже поговорить. Вроде как там обозначение стоит, как вроде еще металлолом. Металлолом — это крайне полезно в нашей ситуации. Посмотрим, что нам там предложат. Потому что долгие задания пока как-то не очень хочется выполнять. Такие сейчас попроще, побыстрее то, что сделаем. И, может быть, за кузовом еще съездим. Я, правда, не знаю, для чего нам новый кузов. Вроде как у нас этот неплохой. Так, а тут... Ой, ребятки. Ну, хотя бы одного. Опа. Так. Тут еще решили с нами повоевать, ребят. Ну, у нас вроде бампер мы ставили с вами крутой. Давай. Опа, еще один приехал. Можно вот эту машину, кстати, для коллекции тоже сейчас забрать. Но мы уже, ладно, поехали по заданию, поэтому не будем ничего забирать. Мы сейчас раздолбим две машины вот эти. Соберем металлолом и отправимся все-таки. Посмотрим, что нам там скажут. Ох, хорошо. Больше никого нет, надеюсь. Потом посмотрим, что нам там еще скажут. Так, что-то не собирается. Ну-ка, давай. 304 лома, отлично. Отлично, мы сейчас с вами уже сможем что-то себе сделать. 308. Просто праздник. Просто праздник какой-то, как они у нас по пути тут попались удачно. Мы уже с вами почти что приехали. Тут совсем-совсем рядом. Так, где-то там еще было, что-то валялось, насколько я помню. Да, так и есть. Забрать трофеи. Еще лома. Здорово. Жестянчик тут уже жестянил машину немного. Ну, жестянчик реально в таких вот боях очень-очень пригодится. Так, где тут? Еще какая-то машина рядом. Так, не дадут нам, да, поговорить спокойно. Ой, что-то многовато.
До свидания. Ну а теперь нам дадут поговорить, никуда они теперь уже не денутся, да? Ладно, скинем ее туда. Не пойду я, в общем, за этой машиной. Я хочу посмотреть все-таки, что здесь по заданию. Потом разберемся, если что. Я боюсь, туда съеду и потом оттуда не вылезу. Так. Так я уже крою, обалдеть. Возле корабля жестяночка лежит полумертвый житель пустоши. Добейте его и заберите трофеи. Чё-то как-то мне добивать-то не очень хочется. Может, его к доктору как-то отвезти? Как? К доктору отвез. Да, добрый парень. Может, тебя к доктору отвезти? Да, отвези. На тебе. Просто. А, вот это, за это я люблю эту игру, обожаю ее. Просто красотища. Так, что мы можем сделать на 350 лома? 350 лома — это уже что-то, да? Это уже приятно, это очень приятно. Так, сразу посмотрим, наверное, да? В гараж. Мы можем с вами, бампер у нас уже на максимум, да? Тут мы уже ничего не можем. Так, у меня, как обычно, почему-то именно вот в гараже почему-то клинит, а обратной кнопкой я не могу вернуться, как там написано Q. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем. Какая-то выхлопная труба, максимальная скорость увеличена на 20. Слушайте, вот это круто, вот это круто. Сейчас посмотрим еще вот что-нибудь такое, совершенствование, движок. Движок можем тоже. Мощность на 40%. Ничего себе, ничего себе. Это круто, я должен сказать. Ну, столько всего. А это что такое? Так. Изменить кузов шедевра на Детретл. Что-то как-то... Я не уверен, что мне это хочется. Изменить кузов шедевра на Риппер. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, почему нет. Ох ты ж! Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Смотрите, можно как менять, оказывается, это. И это ничего не стоит, самое интересное, да? Насколько я понимаю. Ну, давайте попробуем. Вот на такой покатаемся, почему бы нет. Я надеюсь, только все наши усовершенствования, они есть у этой машины. Но. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Но-н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 о. Так, а можно ли посмотреть по показателям? Какая-то у них разница вот есть. Здесь не видно, да, никакой разницы. Что так, что так. Ладно, тогда вот на этой покатаемся, попробуем. Давайте тогда. Ну, почему бы нам не поставить выхлопные? Хотя мне и движок хочется. А движок сколько стоит? Я так что-то не посмотрел. Движок, если новый движок, тоже 300. Ну, на 40%. А если выхлопушки поставить, если выхлопушки, то на 20%. И максимальную скорость, а там просто мощность. Ну, давайте скорость попробуем. Давайте попробуем скорость. Выхлопушки, тем более, они у нас почему-то зеленым горят. Может быть, это как-то в обязательном порядке надо сделать, не знаю. И сейчас я хотел посмотреть еще на старом кузове. Появляются ли здесь где-то выхлопушки какие-то. Да нифига тут не появляется. Обидно, обидно, досадно. Ну, ладно, 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 как говорится. Ладно, будем потихонечку собирать свой автомобиль. Уже круто. По-моему, крутяк, то, что мы можем менять еще и кузова. Мне это очень нравится, это очень здорово. Так, я посмотрю, единственное, у нас еще немного времени есть. Может быть, действительно, тогда посмотрим, что здесь рядом еще есть. Поговорить с жизнью пузова, может, поделиться с вами ценной информацией. Давайте съездим здесь, тем более, рядом совсем. И ценная информация, я думаю, что нам понадобится. Если она действительно ценная. Так, что ты там делаешь? That big thing is similar, yes, yes, very much so, to many of them. Так, что-то он там не договорил, а я не дос...
не дослушал. Так, а где? Где тут дохлятины валялись? Не понял. Там же кряхтел в предсмертных этих муках. Да, елки-палки. И тут мины, что ли? А тут мины, смотрите. Было бы неплохо, конечно, сюда собачку, но... Ой-ой-ой, я слышу машину. Ох, и вот это удар в лоб как-то у нас не очень получился, да? Сейчас. Ну. Ой! Как же так-то? Как же так? Ты хотел по-честному, а мы... Да-да, я на трупе подлетел. Здесь впереди минное поле, однозначно. Я так предполагаю, что сюда лучше, наверное, на баге приехать. Но мы с вами попробуем все-таки проскочить здесь. Сейчас только разберем вот эту машину до конца. Может быть, что-то полезное из нее выпадет. Может быть, а может быть, стоит даже на ней поехать, чтобы как раз это минное поле и найти. Обалдеть. Или пешком пройтись уже до конца там. Потому что я побаиваюсь, если мы машиной наедем, что будет. Ну и заодно и посмотрим, кстати говоря, чего будет. Может быть, узнаем. Надо нам будет обязательно сюда приехать с собакой. Да, аккуратно. Я так смотрю, здесь много машин уже осталось в разобранном виде. Правда, как-то сюда аккуратненько, не по дороге пробраться. Ах! Быстрее бежим. Сейчас механик. В общем, одну мину мы с вами нашли. Это радует, что мы не взорвались, конечно, но теперь мы знаем, в общем, мины не видно абсолютно точно. Это надо приезжать на баги и тут разминировать. Тогда мы пешком пробежимся. Я думаю, что мины будут, ну, во всех случаях, по виду они такие, как противотанковые, а противотанковые, да, не срабатывают на людей, и там нужен определенный вес. Так, аккуратно. Лежит, смотрит. Такая большая тоже нефтяная какая-то, видимо, станция была. Ага. Газовая станция. Это лагерь построен вокруг нефтяной платформы. И управляет главарь по имени Газвохват, который уязвим к атакам взрывчаткой. Дополнительно слева от главных ворот есть тайный проход слева. На полпути наверх ищите тропу. Бак для огнеметной трубы расположен слева от ворот. Ну, в общем-то, круто, что я могу сказать. Только, как обычно, я наверняка сейчас буду это делать все по-своему. Буду делать все по-своему и, как обычно, наверняка не так, как нам написали. Можно, конечно, попробовать будет пройти именно слева, где-то там от ворот, чего-то там найти и что-то как-то такое смудрить. Но что-то я не уверен, что у нас так все получится гладко, как это описывается. Давайте посмотрим, там в заданиях наверняка нет, не сюда. Коллекция, биография, Макс, где вот это, где-то должно быть все это описано. Одежда, кстати говоря, можно и одежду улучшать, елки-палки, ничего себе, а что она дает? Уменьшение уровня получаем, ух ты, смотрите, и одежда здесь прикольная появилась, тоже на все нужно просто дофигища металлолома. Уменьшить мы получаем при неудачном парире на 20% увеличенный урон, наносимого при контратаках и обезоруживании на 20%. Тоже здорово. Это очень здорово. Так, здесь что? Здесь пока что ничего у нас нет. Здесь что? Ну, это опять борода. Ну, давайте еще немного более борода там сделаем. Достаточно давно Макс у нас абсолютно не бреется. Уже скоро как Дед Мороз будет такой. Так, улучшение дробовика. Что оно дает? С добавлением второго ствола дробовик уже не нужно перезаряжать после каждого выстрела. Урон от отдельных выстрелов увеличивается на 10%. Тоже круто. Ну, дробовиком я почти что не пользуюсь. И яростная
Контрудар с переломом конечности мощного контрудара, наносящий огромный урон и оглушающий противника. Это все здорово. Быстрое добивание упавших врагом в режиме ярости. Сколько же здесь всего, елки-палки. И все это нужно. У нас всего 68 металлолома, и нам, естественно, на все это не хватит. К сожалению, нам на все это не хватит. И, наверное, мы с вами, ребят, продолжим обязательно в следующей части. Вот у нас Макс уже такой больше похож на Дед Мороза молодого, да? Мы обязательно продолжим, может быть, даже сюда на баги, наверное, приедем и попробуем вот эту все-таки крепость зачистить. Не знаю, насчет по поводу, как мы будем аккуратничать или попробуем так проломиться. В общем, увидим. Спасибо всем, кто меня смотрел. Спасибо за ваши комментарии и лайки. И обязательно увидимся с вами в следующей части. Всем пока-пока.